Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. С вами Морган. И Зена! Такая реально похожа на Зену. Короче, а мы то? С Зеной один теперь. Один. Вместо Йеннифер у нас теперь. Смотри, посмотри мне в лицо. Видишь, я Зена, реально, скулы, глаза. Let's go. Короче, ты Люси Ловлис. Ага. И мы продолжаем исследовать этот склеп, где Зена ищет себе обруч, потому что без обруча Зена не Зена. Я Зена Лоу. Зена Лоу. Ты же должна обруч кидать, чтобы он тебе возвращался потом. Помнишь, как она кидала? Такую штуку. Вот ты сейчас ищи закину себе обруч. Я ищу. Только на голову не надевай его. Его надо на бедре носить. Хорошо, хоть предупредил, не знал. Так, и что у нас здесь? Я нашел какое-то говно. Деньги. И еще говно. Да? Еще говно. Много. Я тоже, кстати, много говна вижу, но я его взять даже могу. Ой! Кто-то по нашу жопу идет. Он не хочет, чтобы мы деньги нашли. Это его деньги. Да не, это просто налога эти. Плательщики. Нет, не платить. Они злые. Как они их называют? Налоговики, может? Нет. Почти, но нет. Забыл. Не дайте им загореться, ребята. Наложники. Наложницы. Че себе я их там мажу? Сейчас мы их тоже размажем. Жестко вообще. Давайте, ребят. О, загорелись, суки. Эти мрази загорелись. Вот ненавижу, как они так делают. Ненавижу, просто ненавижу. Имейте в виду, Геральт уже ненавидит вас. Да, еще как ненавидит. У него пердак горит. Вас пукан уже бомбит. Но они, кстати, урон вот небольшой наносят. Где ваши мамки? Почему они пустили вас сюда? У нас... Алкаши какие-то. Они от них таким перегарящим несет, честно. Столетним таким перегаром. Типа выдержанным перегаром. Господи. О, жестко я его. Пришибло, я видел. Красиво. Видишь, потому что Зена, потому что ты сказала вначале, что Зена. Вот теперь всем раздаешь. Надо было это сделать, когда они набегали на нас. Ты все взял? Да, я его тоже. Да, я там все взял. Давай теперь надо вперед. Смотри, какие фонарики. Смотри, какие фонари у них освещаются. Пойдем. Здесь. Смотри. О, ничего себе. Главное, чтобы твой там череп не оказался. Пойдем. Да главное, так ты ж береги мой череп тогда. Берегитесь! Их там еще много! Надо было много! Назад! Они нет. Стреляют. Ты не так сделал, нам надо было делать много! А чё их тут так до хрена? Вы чё, издеваетесь? Жестко сейчас. Сейчас нам, походу, вафли здесь. Они загорелись уже, твари. Гори, не гори, а все равно гадут. Убирайся! Убирайся! Да что такое? Лучник, блин, задрал. Самый умный, да? А ты что очко прикрываешь свое здесь? Все, получай. Получай, отходи. Следующий. Ой, следующий. И мои героини уже похуй. Лучники задолбали уже, честно, честно, просто честно. А мне не трогают. А меня трогают почему-то. Потому что я тоже, наверное, лучник. Хромой скелетяра бегает все время. Они чувствуют конкуренцию, что я тоже лучник, и потому хотят меня вжать. Дисквалифицировать. Дисквалифицировать, да. Убрать меня с поля действия. Деятельности. Перекрыть тебе доступ. Кислород перекрыть и бизнес отжать. Все луки и стрелы забрать. А Золтан рачки ползает. Подожди, Золтан нас спасает. Я вижу. Рачки лазят, бедно. Перепил бы меня. Встал в такую позу, что им осталось только сзади подойти и всунуть. Не будем это. Да. Так.
А вдруг нас маленькие зрители смотрят. Да. Хотя мы просили до 18 не приближаться. Мы тут и так уже нахуй, блядь, матерились, нахуй, блядь, пиздец. Ага-га-га. Так. Куда? Идем, мы пьем, басовый басовский. Золотом пятачок, или я пятачок? И не расскажем никому. О, нет, о, нет, о, нет. А кто пятачок-то? А чё это я? Золотом пятачок? Он больше похож. Он такой, кстати, нет. Да. Или золотом Винни-Пух? Ладно. Ты это как его? Ты заяц у нас. А куда это мы идем? Слушай, мы, по-моему, выходим из пещеры, или все правильно? А кто там вообще есть? Сова есть, заяц есть, золотом. Фу, блядь, какой-то... Ослик, ипа, ипа. Ослик еще есть. Тогда я буду лучше ослик. Придется тебя за хвостами дергать тогда. Они пытаются дергать, но у них не получается. Они стараются, блять, лучники, отвалите, честно, вот задрали. Вот всю жизнь испортили же. Испоганили судьбу мою. Еще, блин, стреляют какими-то говняными стрелами. А в меня вообще никто не стреляет. Днище какое-то. На. Вот я его жестко. Тебе везет. Тебе там классно. Они просто женщинам уступают. Тебя не стреляют. Нет, они их просто в расчет не берут. Возможно. Кстати, да. Ой, как красиво. А женщина-то самое главное оказалось. Шестом тут махает. Ой, наш раз. Главное, что шестом. И превращает их в шестерок. Шестом в шестерок. Блин, мне же реально положить некуда. Все карманы мои полны. Положить что? Положить на кого? Положи все на эту игру, забей, положи. А ты где, кстати? Я тебе не потерял. Я пошел как бы вверх на гору. Ты чего, Магомед, что ли? Куда Магомед, попал? Гора не идет к Магомеду, так Магомед идет гореть еще. О, господи, тут столько всего, и я ничего не могу взять. На горе сундук. Эликсир мудрости какой-то взял. Сейчас я это приоденусь опять. Что смотреть? А, тайник, а я его в упор не вижу, тупо капец. Воровской ядакан. Я нашел воровской ядакан. А я вот здесь стою, как раз на тебя смотрю сверху. Ты идешь по моим стопам. О, мой я юный стою. Падаван. Ты стоишь по моим стопам. А что это за эликсир такой? Подробнее. Могущество плюс 750, время действия. О, это тебе надо передать. Давай. Прикинь, что я тебе сейчас даю. Ты будешь благодарна мне за это. Ты вовек будешь меня благодарить. И должна будешь вовек. Потому что этот эликсир, временный эффект действует. Могущество у тебя усиливается, твоя магия. До плюс 750 на целых 10 минут. Прикинь, какой я тебе эликсир даю. Да мы же успеем все серии. Конечно, снимем все серии, за 10 минут пройдем игру. Сейчас тебе передам. Давай. Держи. О, спасибо. И продам тебе еще чуть, точнее не передам. Фу, о, блин, боже, я не могу его взять. Продам, не передам. Я не могу его взять. А как же так, он сейчас упадет, я же зря тогда что. И разобьется. Да, не, я серьезно не могу. А можно что-то выкинуть? Нет, нельзя разве? А, сейчас, секунду. А давай я сейчас выкину, подожди. А, нет, я могу даже еще кушать. Сейчас сделаю. Я ж могу сварить. Вот, уже лучше. Слоты просто освободи там себе. Да. Сейчас наварю. Навари нам травы. Живем как надо. Так, 30. Восстанавливающий пирожок. Восстанавливаю. Что, так и написано? Я тебе отвечаю. Да. Прикол. Лол. Это прикол. Вот прям так и написано, смачь пирожок. Четко. Так. Такие пирожки. Ну-ка еще раз дай мне попробовать. Так он. Подайте. Его у меня нету. А, ну вот. Просрал. Бляха, муха. А может оно куда-то упало там где-то, может там. Ну в траве поискать. Обидка. Ну да ладно. Думаю, мы еще такие найдем. Слушай, подожди, этот предмет не предназначен для героев вашего класса. Так мне передать у нас следа. О, это тебе там сейчас. О, вот что видишь. Я тебе дал. Ой, сейчас. Слушай, у меня очень много для тебя, оказывается, есть. Оказывается, ты не передаешь. Угу. Щиты всякие он тут есть. Вообще жестко для тебя. Талисман какой-то тоже щит. Ой, как у тебя. Слушай, я тебя сейчас вооружу, оказывается. Да капец, по полной программе просто вооружишь. Так.
Вообще, да слушай, у меня оказывается... А ты, кстати, глянь, там прямо написано, вот сейчас написано «Следопыт и воитель», то есть это для тебя. Понятно, что а, для меня, а да. ты ищи для травниц, есть ли у тебя что-то? Пока там прям нет, пишет. Я все свое вижу уже, я все свое просмотрел. О боже, у меня, оказывается, столько нет. для тебя есть. Это красота просто. Да, ты получаешь, да? Серьезная красота, да, получаю, конечно. Воровской двуруч, воровской тут одноруч. 130, 54, 130, 54, блин, какой же взять? Так, а вот это я не знаю. Возьму пока такой меч и щит возьму. Воитель, это кто у нас, слушай? Ты? Воитель это, походу, наверное, ж я. Хрен знает. Ладно, вот забери, там, а, да, если это что, моё, это мода. А, да? 129, 120, нифига ж себе. Хорош, да? Щиты, как, да, вообще, щиты тупо классные все. Блин, я просто не знала, что. А тебе я не один уже даже взял, все. Экипировал. Воитель. Подожди, воитель. Часть комплекта воитель это, наверное, золото, что ли? А у тебя медальоны есть? Я тебе могу другой, кстати, дать медальон. Надо тебе? А, хотя это ты не носишь, ты же мальчик. Погоди, так воитель, походу, наверное, все-таки или хрен, походу, золотом, потому что у меня почему-то воитель не одевается. А, значит, золотом, конечно. Больше-то нет никого рядом. Не для нашего класса, да. Походу, из золота надо отдавать. А придется. А будет ли он одевать такое, интересно? А ты посмотри, если оденет, то будем иметь еду. Если нет, то просто продавать будем. Да. Конечно. Передать. Фарин. Ловить. Так. Подарки принял. И зажал. И зажал. Подарки принял, подал, подарки зажал. А где золото? Вот он стоит около меня. Пойду искать вас. А я тебя вообще не вижу. Я на горе. А, я вижу. На горе ты еще козел. Я на горе. Иди на гору. По горам. По горам. А золото раньше было в таком шлеме, нет? Горный козел. Я не знаю, я когда его встретила сейчас, он уже со шлемом бегал. Может, стырил у местных? Или может, я ему передал, он надел. Там сундук крутой будет, ты, возможно, там что-то полезное себе найдешь. Мы уже здесь, на горе. Мы должны найти. Полезный сундук. Денег 417 ты взял? Я там уже давно все обобрал. Да, я вот беру сейчас. Я не могу взять его. Как так? Как так ты можешь взять? Ну, сейчас, подожди, там золото мы можем передать. Что-то передать. Что-то передать, что-то передать. Блин, слякоть такая здесь. Погода ага. просто вообще жесткая. Надо убираться отсюда уже. Боже. О, разбойничий двуручный молот. Это воитель, это явно золото. Ага. 100 пудов. Мы выяснили, что это не ты. Какая печаль, хотя ты пытался нас убедить в обратном. Золотой меч самый реальный. Сейчас проверим, что. А я не могу его взять. Блин. Ну ладно. Места уже нет. Все, я готовая. Ха! Не расслабляйся. Ха! Пошли. Пенжик дал и говорит, не расслабляйся. Пошли, там сейчас нас ждет опасный путь куда-то. Я подумаю. Видимо, куда-то вдаль. В Пендаль. А Пендальфа мы встретим, кстати? Встретим. Когда мы придем к этому, в Ривенделл. Собрать отряд. Let's go. Собрали. А теперь распустить. А теперь распустить. Использовать, что использует. Тут уже торговать можно. Ну, купить, да. продать пока конечно, что. Конечно, продать. Конечно же, продать. Смотри, мы в этой серии больше торгуем, покупаем, чем прибарахливаемся и сражаемся. Не отнять у нас это. Да. У евреев этого не отнять. У меня уже 2500, а у тебя? Ну, сейчас будет еще больше. У меня уже 2658. А у меня 2746. Кто больше? Ща, погодь. Ща будет больше. Ой, оружие, кстати. Так. А у меня 3694. А! Эх, была не была. Где моя булава? Нахрен надо. Сейчас вот все продам и тебя обгоню.
Посмотрим. Давай, поехали. Так. Даже кольцо последнее с руки сниму. Вот у меня есть кольцо на правой руке. Так ты все продавай. Мечи, оружие, посох, свою одежду, все, чтобы только меня обогнать. Я продавал все, и у меня 5328. Кто больше? Сейчас. Подожди, я еще не все сняла. Себя. 5328. Я пока посмотрю, что можно купить. Что можно еще найти в кустах. Ну, в кустах. Что-то тут не покупается ничего такого нормального. Слушай, совершенно. Я ж, ой, сейчас предметов напродаю, пирожков ему и все. Продать не нужно. Ох, я сейчас продам. Ну тут вообще нифига полезно. О, 5000, как тебе? У меня 5000. Ровно? Нет, и 12 центов. А у меня 5328. Заливаешь. Я тебе, ты увидишь потом на экране. Картинку увидишь, картинка Тенку не обманет. В студии. Картинка, скриншот в студии, да? Да. Докажи. Доказательства. Блин. Это твоя окончательная цена? Окончательная цена. Хорошо. 5328. Прокачки нужны. Так, сейчас. Только ты посох не продавай. Хорошо, поехали. Посох не продавай. 5364. Все, я тебя сделала. 5364? Да, да, да. Кто выше? Ваши ставки, да. Бляха-муха, подожди. Давай. Не нравится. Можешь ли ты ответить мне на это? Чем-либо. А нахрен. 5542. Сейчас, секунду. Раз вы ржете, друзья мои. Не обгонишь, не обгонишь. 5525. Твое последнее слово. 5525. Так, а у меня 5542. 542? Да, 5542. Насмешил. 5... Сейчас, нет, не получается, вспомни. Придется камень отдать, ну ладно. О, 5628. Кто больше? 5628? Слушай, блин, я реально без штанов осталась. Хлеб, что ли, продать? Я тебе новый испеку, продавай. Погоди. Хотя нет, ты же мой соперник, не испекуй. Блин. Будешь голодный ходить. И лисичек не жди. 5662. Вредный. Ну это на изи, сейчас я тебя сделаю, подожди. Так, какой-то астрит продает. А, 5730. Бляха. Ладно, короче, пошли. Ладно. Я сдаюсь. Ладно. Потому что сейчас же пропродаешь все последнее, я просто не хочу, чтобы ты там посох свой сплавила, а кто мне будет жопу потом прикрывать? Ладно. А я только уж сдаваться собрался, а ты сам. Давай, давай. Еще призраки. Нас оттыкало. Что-то она пишет, нас оттыкало. Оттыкало. Торит, короче. Опять эти долбаные умертвия. Берегись, валуны! Они уже достали. Он опять свои камушки кидает. Не цели. Маловато их тут. Я его убью. Окей. Оп. Он еще живой, ничего себе. Удачи. Удачи, кляча, удачи, кляча, удачи, кляча. На-ка, на-ка. Лол, он со мной в рукопашку пытается. Ты бы меч, не знаю, принес с собой. На поле. Оп. А кто стреляет по нему? Ты что? Я его уже уделывал здесь. Зараза. Сейчас бегу. Ушатаем. Все. Хорош. О боже, я в камень. Меня привалило. Камень я прошел тоже сквозь меня. О, нога, нога. Нога. Яйцо, яйцо. Жопа. Если я верно прочитал следы произошедшего, Луину и Килорану здесь же что-то там отрезали. Смотрите, это же обломки скотопытского меча. Я узнаю этот клинок. Он принадлежал Килорану. По лезвию я открыл достижение. Говори слова свои. Это доказательство, что твои друзья. Следы. Показываю. Прямо в голову. Он мертвы. Этого я сказать не могу. Не успеваю. Единственный путь. Курган, курган. Вот самая четкая. Иди ко мне. Мечты, мечи. Мечи. Так они не берутся. Ай.
Они просто валяются. Руки, руки кривые. Ага, руки кривые. Попробуй ты их взять. Они имея в руке дело. Щит и меч уже. Так, Ж. Что у нас там дальше? Жесть. Так. Сейчас, походу, снова будут могильники, я так понимаю. Курган Амон Гартат. А. И что это значит? Значит, что нам тут Амон Хуртат. Амон нас заберут. Амоновцы заберут сейчас. Амон даст нам в гортань, понимаешь? Амон Гартат. Встал? Я из-за тебя тоже в это встала. Так. Смотри, кстати, Золтана тоже встал. На Амон Гартат. Читай, читай. Будем надеяться, что мы не опоздали. Не опоздали. Куда опоздали? На разве на смерть? Собственные похороны. Что-то мне не нравится этот курган. Что-то тут очень... Прекрасный цветок. Знаки явно говорят, что здесь уже были следопыты и оставили за собой кучку. Кучу говна. А прикинь, короче, ну такая немножко личная из жизни тема. Вчера я, короче, выходил из подъезда, и у нас открываю дверь, а там, короче, под подъездом прямо кто-то насрал кучу. Тупо под самой дверью кто-то, это блядь, точно не ты, какая-то сука насрала, блядь. Нет, так ты чё бы это я срал под своим-то домом? А ты успел в неё вляпаться? Я не настолько дурак, чтобы под своим домом срать. Я не успел, но там уже было размазано, походу, кто вляпался. И там какая-то баба, ну баба, наверное, с нашего дома, я ее редко вижу, шла, короче, и типа говорит, вот же ж твари насрали, короче, мне ну такой ржач тянуло. Она идет и у нее горит, ты сказал? А ведь говорит. А, говорит. Ну и горит, естественно, подгорает за то, что увидела такую картину. Да у любого подгорел, если под твоим домом, конечно, блядь, кто-то взял да нагадил, тупо еще и газетой там приложил. А представляешь, если под этим, под форточкой насрут, а ты же открываешь форточку? Я просто вспомнила, когда твой брат, Томасик наш, он это говорил, я больше всего ненавижу, когда голубей. Я говорю, почему? Голуби, прекрасное создание, голуби мира. Курлык. Он говорит, голуби срут под моей форточкой. Да, так они могут. На подоконнике насирают, короче. Расстрелял бы, говорит. О, именно то, что мне было нужно. Пописать? Да. Я, кстати, тоже сейчас отойду от Алью. Чуть-чуть. Я тут денежек нашла. Я уже отошел. Отлично. Главное, чтобы не в мир иной. Нужен ключ. Нам нужен ключ. Ключ от чего? От гробницы. От вот этой вот, да. Нам нужен ключ. А где же нам ключ? Что-то вроде... Что-то вроде, ей кажется. Ты находишь все, что вроде тебе было нужно. Все, что вроде... Даже то, что не нужно, все равно забираешь. Барахло не помешает. Да. Такие интересные очень тут, конечно, пещерки. Гробницы. Всякие Щерк. Статуэтки. Слушай, она дышит, у нее реально дышит. Я нашел ключ. Ага, теперь можно пройти через эту дверь. Это должно открыть ворота, догадалась наша героиня Зен. Да, Зен. Это должно открыть ворота, повторяет она. Сколько же можно повторять? Зен, а ты догадливая, как бы. Вообще просто... Продвинутая девушка. Зена капитан. А пошли еще сюда, мы тут еще не были. Сейчас я... Тут такое нашла, что мне нужно... Что меня в стопор это ввело. Ой, следопыт, слушай, забирай предмет, передаю тебе восхитительный предмет. Что ты там уже нашла такое стопорнутое? Что, я даже сама стопорнула. Солдатский талисман. Чувствую, скоро мне тоже будет некуда ложить. Я таган убийцы, я нашел. Класс. Сейчас посмотрю, что там. Предмет забрал. Предмет отдал. Предмет отдал. Ты куда делся? Ты куда девшийся? А видишь, где я подсвечиваюсь? Все, нет. Нет, я не вижу тебя. Ну, вижу, что Геральт что-то там. Я тебя не вижу, но я тебя ощущаю. Ты где-то здесь. Где-то в этих пещерах. Да, вот сто пудов где-то тут шляется. А, я тебя нашла. Ну, конечно же, ты около этих... Ништяков всяких. Да. Барахлюсь тут. Около барахла стоит. Тоже я хотел, чтобы ты сюда пошла. Позже, поношенный арбалет, я тебе сейчас дам. Поношенный? Зачем мне поношенный? Ты мне новенький дай, чтобы ни единой царапины не было. Арбалет, я же не стреляю с арбалета. Ты не магазинишь. Золотом стреляет с арбалета. Точно? Я, у меня только лук. Сейчас. А может, я сама сейчас стрельну только с лука.
А, воитель, да. Ты его не оденешь, потому что он только для воителя. Передать Фарину. А он точно их применяет? Надеюсь. Чё-то я зеваю. Так. Передала? Да. Да пошли открывать дверь. Пошли. Ключ-то взял? Ключ, конечно, взял. Главное, чтобы он подошел. Врагу не отдавай. Главное, чтобы он в замке не застрял. Если спросит, то у тебя нет ключей. Конечно, если даже будет обыскивать. Я его съем и потом когда-нибудь высеру, и мы откроем дверь как-нибудь. Ну, я буду открывать дверь, я тебе это не доверю. О, господи. Так, куда дальше? О, я поменяла свой посох, и у меня какие-то способности вернулись. Поменяла на доллары? На евро. Евро круче даже. Доллар нестабилен. Согласен. О, я нашла шест, еще один. Сейчас еще раз пойду посмотрю. Что только золото, ну не давай, не хватало, чтобы он еще танцевал. Да, это уже чересчур. Это будет слишком чересчур. Против этого. Конечно, ты че? Ты представляешь себе танцующего краснолюда? Вот я вот не представляю. Ни капли. Скорее, с танцующим краснолюдом. С танцующим краснолюдом. Бородатым таким. Жирным. Да. С пивным животом таким. Хорошо бы изгнать призраков из этой гробницы. Вы так не думаете? Я найду этому применение, сказала Зен. Хорошо бы это хорошо, но сказать можно все. Главное изгнать. Хватит молоть, пора за работу. Хватит молоть. А что-то никаких языков. Призраков нет. Где призраки? Сейчас будут, я иду за ними. Изгоняй. То, что нужно. О, я уже пришла куда-то. Нет, никуда. А я все стрелы набираю. Ты ни один раз не стрельнул. Куда тебе стрелы-то эти втыкаешь? Ни один раз не стрельнул? Ты потом на записи посмотри, сколько раз я твою жопу стрелами прикрывал. Стрелял в мою жопу? Ничего себе, ну ты разошелся. То-то я думаю, что так больно-то сидеть. Вот смотри, в следующий раз так и сделаю. Будет больно не только сидеть, но и бегать. Так. Вазелин, вазелин! Так я смажу. Я нашла вазелин. Я смажу стрелы вазелин. А потом только буду стрелять в жопу. Деньги взяла, 15. Шикарно. Деньги, смазанные вазелином? Хоть не говорит, что... Хоть не говорит... А что сюда пройти нельзя? Кольцо с рубином, все. Я нашла то, что мне надо. Ты нашла кольцо и с рубин. Ой, какое кольцо. Слушай... А почему нельзя сюда пройти, а? Да-да, сюда, кстати. А, давай. Нет, надо. Слушай, да, нельзя. Так, хорошо. Что за бред? Так это на Q нажми, там еще вот как бы. Может, там не что-то. Q, у меня как-то иначе, какая-то другая кнопка. Ну какая-то. Хорошо, на Е, русская. Е. Я могу только тебе написать. Что? У меня знаки вопроса. Типа это видео не пере. Это на Х написал? Что? Меня посылаешь? Хули надо. Хуяни. Хуйня. Я еще не умею читать, так что не пиши мне такие вещи. Подожди. Я такое не знаю. Так. Что? Куда нам вообще идти-то? Ничего. Я не знаю, я бегу дальше. А ты автоприцел включала тот, который типа вводит тебя на цель? Не знаю. Я видела, да, это. Не знаю, вроде нет. Так погоди, мы что только тут бежим уже походу назад. Кстати, да. Эти сундуки уже кто-то опустошил, например, мы. Например, мы. Так нам. Мы же эту дверь-то открывали, понимаешь? Эту дверь. Мы пришли туда. А вот здесь мы были, кстати, смотри. Да, мы были и слева, и справа, и там вообще тут и назад уже идешь. И сзади, да. Я тебе говорю, всяко тут надо что-то искать вот здесь. Сейчас иду. По-любому, просто по-любому. Иду за Герландом. Где-то мы что-то упускаем. Где мы что упускаем, я вообще упускаем. Не простыкаю. Мы кого-то упускаем. Так. Ты слышишь, как я кричу в гробнице? Да. Ха! Ха! Ала-ла-ла-ла! Блин, что-то я хрен простыш тут. Ура-ура, у нас загадка, и это шикарно. Интрига пошла. Интрига, так. Мать его, такая, что вообще хрен разгадаешь. Явно же нам надо туда идти, вот в ту сторону. Ну, потом, я так понимаю, должен быть значок перехода. А может это баги? А может это и баги, потому что что-то не пускает. Это буги-вуги. Буги-вуги.
По черепу можешь шарахать. Я шучу. Ха. А если я покричу, это поможет, нет? Сомневаюсь. Ну попробуй. Я уже кричу. Блин. О, немцы. Зараза. Ой, я даже стрелять опять могу, смотри, ты видел? Да. Но это нам не помогает. Может, давай тогда, получается, сейчас выйдем тогда в это игровое меню, сейчас я за кадром тогда остановлю, мы переиграем, наберемся сюда, если оно будет так само, все это будет. А подожди, а может нам просто вообще выйти, как бы надо из пещеры и пойти другим путем? Каким-то нет, еще? Ну решетка тут открывалась, это. Значит, если эта решетка открывалась, то нам надо сюда, только сюда. Иначе никак. Давай. Тогда останавливаю показать. Останавливаю, да. Там у мертвей опять. Беру свой лук. О, стреляй, 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 стреляй. Молодец, молодец, молодец. Спасибо. Сейчас еще раз. Блин. Да задрали, суки. Жлебон отсюда нахуй, бля. Суки задрали. Блин, вообще полностью. На. Блин. Я просто набрал полный рот шоколада, я не ожидал, что сейчас надо будет запись включать, и я живу пока. Пальцы у тебя витие. Они приклеились к букве С. Да, так и есть. Поэтому... Пошли, пошли, пошли. А где Золтан-то? Золтан, вали. А Золтан вообще впереди, походу. Сколько же вас тут мразей? Ой. Где это у мертвия долбанное? А, вон оно там. Оно обдолбанное. Обдолбанное у мертвия. На-ка, у мертвия. Зараза такая. Тебе еще обруч надо, стопудов. Ну подари же мне его. О, великий мир зриви. Фу, бедный. Я могу только сплести из конских волос. Своей плотвы. Плотву же ты видел. Плотвы. Так что, у тебя есть все шансы. Это... Ну там волосы воняют. Меня реально мочат. О, я сейчас умру. Так беги сюда давай. Все, мне надо уйти в тень. Уйди в тень. Выйди потом из сумрака. А где? О, бляха, у мертвых камнями чиздается. Какой нехороший. В общем, манерам не учили. Пошли они все. Я не вижу его просто. Я по нему стреляю. А я пока по этим тоже. Хорош. Местным жителям. Он тут сейчас появится. Ну, зараза. Выхватывать будешь. Я его бью. Молодец, молодец, молодец. А, это ты бьешь. Точнее, ну не важно. Мы вместе бьем. Сейчас все можно. Завалили. Камни! Ой, нога, нога, как больно. Голова, шея. 36-й позвонок. Ой, жопа. Жопа, очко придави. Одно левое яйцо защемил. Смятку, смятка. Так, куда дальше? Дальше куда? Сюда, сюда, сюда. Тут торговать можно, да? Ты можешь опять приторгануть. Приторгануть. Собрать отряд здесь, кстати. Сейчас чуть позже соберемся, пошли пока приторганемся. Призыв в армию вот здесь, здесь. Сундук есть. Это военкомат, давай его называть военкоматом. Давай, военкомат. Так, пока торговать, продать. Че можно продать? Вот это продать. Ты же бедный, что тебе там продавать? Ну, нормально мне тут продавать. Раз, два и все, и нет сапога. Так. Че это за фигня? Ой, следопыт, что я тебе сейчас дам? О, а я тебе дам метлонский боевой шест. Метлоне. Будешь на метле это летать. О, давай. А я тебе уже подарила. Сейчас погодь. Я таган-убийца. Я жду твоих подарков. Кстати, я еще чуть-чуть. Метлонский боевой шестяк. Жестяк. Жестяк и будет жестяк. Жестяк. Жестяк и всем жестяк. Трубки какие-то гендальские, скорее всего. Что-то мне подарило.
подарок. Тирнгорский малый щит. Где твой продать? Так. Так, где мой шест? Точнее, твой шест будущий. Не-не, твой, продолжай. Заменить предмет, передать. Так. Забирать. Я тебе отправил шест. А нет. Может, потому что я в магазине. Ищи. Шапка Карабелла какого-то. Шапка монаха. Это я забрал. Нагрудник скалоруба. Нифига себе нагрудник. Забрал. Кардаланские рукавицы. Ох, сколько я напродавал. Перчатки Карабелла. Хорош. Арбалет. О, нафиг слушай, надо. Слушай, ты мне реально ничего не отдал. А, нет, подарок да, металлонский да. Выше. Сейчас проверю. Все. Говно? Сейчас проверю, сейчас устрою. Что я там тебе подкину? О, что за бред? Сейчас я ну, нет, все, он абсолютно одинаковый. А, у меня одинаковый? Точно такой же в руке сейчас. Прикол. Ага. Ну, бывает и такое. Я заменю на твой, потому что у тебя прочность повыше пока. Ну, в смысле, он не использован. Конечно, заменяй. А я все. Он в шапочке одет. Шапочка. Чтобы башку прикрывать. Все. Ветер не надул. Ветер не надул и в жопу не подул. Пошли. Ух ты. Пещера. Пошла дальше. Звук классный. Столько этих могильников здесь просто вообще много. Угу. Сколько мы уже по ним ходим. И все никак не выйдем. Закопать стрелы. Нас хотят. Что да, по полной. Захоронить. Живьем. Под камнями. Гробницу вон отослали. Там чел какой-то. Луин, он жив. Луин, ты Луин! Луин! Очнись! Сила! Не поможет. Что может меч против чумы? Что? Что а, это? Что? Бля, что? Эрадан? Где я? Зачем я? А вы? Да, друг мой, это я. Это я. Я. Мне снились сны. Я. Что с вами случилось? Что за мудак? Как вы сюда попали, в этот курган? Я помню, мы шли через холмы, потом еще раз шли, потом пришли еще. Довольно быстро, мы торопились вернуться к товарищам. А потом начал подниматься туман, и мы вроде как сбились с дороги. Потом мы услышали зовущие нас голоса, откуда-то издалека, или из-под земли. А потом нас окружили мертвецы. Мы принялись сражаться с ними, но тут я ощутил присутствие кого-то другого, более сильного и жестокого. Я увидел, как темная фигура схватила Килорана, и он упал без чувств. А потом фигура бросилась на меня, и больше я ничего не помню. Отчибла память. Отчибла полностью. Но раз меня затащили живьем в могилу, значит и с Килораном случилось то же самое. Надо его найти. Так бляха, мы же так и собираемся. Мы так и намерены поступить, у нас хватит сил присоединиться к нам. Да, думаю, я смогу угнаться за вами. Идемте же, скорее! Братья! Братья, сестры, пошли быстро. Не будем трепать языками. Не будем чесать языками и лизать... Пол лизать. Мужской и женский. О, боже. А будем просто идти дальше. Я думала, обычный пол. И обычный тоже. Хватит друг другу нализывать, мужики, пошли. Хорош, мужики. А то, что вы совсем не как мужики выглядите, судя по вашим действиям. Вы мужчины, перестаньте нализывать. Так. У меня даже сухость появилась во рту. Так. Так. Что-то за звуки пошли. Звуки. Точнее, музыка. Как из параши. О, тут много чего есть, иди сюда. Я уже позабирал. А, ну ладно. Тогда начнем. Нифига врагов. Ой, не боись, Герик, мы не с этим справлялись. Если больного завалили, куда уж. Больного, да, только так. Но больного еще себя покажет, он еще будет. Думаешь, возвращение больного 2? Да. Так уже не 2, уже 3. А, мы же одного завалили еще я тогда. Я что-то пропустила. Мы же тогда еще завалили больного одного. Еще когда снимали на той неделе. Ты говорил, что это был не больной. А, на той неделе. А сегодня были 2 не больного. Один больного и 2 невольного. Больного уже вернулся второй раз. Так что мы ожидаем его третьего пришествия. А, зараза. Ты
ты мои фраги отбиваешь? О, нифига себе, пришла, короче, я его бью. Да. Приходит такая, что ты мои фраги отбиваешь? Вот еще все. И добила. Да, и добила, главное. Ибо нефигу. Ибо нефигу. Так, пошли. Надо же этого Киллорана искать. Вон там, наверное, Киллоран, не? Как по сериалу, да, Киллорана, помнишь? Или Килимана какого-то там. Килимана. Я не помню, как его звали. В каком сериале? А, Моника. Или как же ее звали? Какая Моника? О чем ты говоришь? Я хрен знаю, что ты там за сериалы смотришь, латинские, бразильно-американские. Нет, ну помнишь же наш любимый сериал-то с тобой? Девушка-то играла там главной героиней. И там твой любимый Кильмак или Кильмак это? Это Киллоран. Киллоран, да. А ее как звали, не помнишь? Какой сериал? Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты на этот сериал смотри. Да. Мне кажется, пора текать. Это король у мертвей. Она не стреляет. Слушайте, я знаю, что случилось. Он под властью у мертвей. Защищайтесь, мы должны одолеть могильного призрака. Это не мой друг. Гаси ее. Его нельзя убить просто так. Твой друг, не мой друг. Не стреляй в него, он неубиваемый. Не стреляй, да? У него не забирается ничего. Ну я уже не знаю. Я уже настреляла. Его надо как-то убивать иным путем. А каким путем? Надо разобраться. Ну давай пока не этих его служанок перебьем. Или можно вот эти поразбивать вазы, собрать бабла и нанять хитмана. А, надо убивать Киллорана. Походу. Тогда королю мертвей наносится урон. Вот чем соль. Соль доплять. Ну извиняй, Киллоран. И попал. Он опять там. Ты ему встать-то хоть дай. Он снова там. С колен. А чё этот Луин ничего не делает? Пока по Киллорану не стреляй. А. Он выйдет еще сюда потом. На свет будет? Да. Ой-ой-ой. Блин, волна какая-то. Да-да. О, мне кажется, меня трясёт. Подтрясывает так. Чуть-чуть так совсем подтрясывает. Геральт в самую гущу решил пойти. Конечно, Геральт там и должен быть. Самый, блядь, гущу сражения. Так! О! Хорош. Да что ж такое-то, а? Могущества ей там не хватает. Киллоран! Ой, это где? А, все. Сейчас Киллоран сюда отправится. Я жду его, да-да-да, мы ждем уже. Ох, как он прыгает, а? Ой-ой-ой. Хорошо. Хорош, хорош, отоварили нормально. Еще одна волна осталась. Хавайся пока здесь. Так. Угу. Ей эконом. Он тут не достает реально. Магии больше нет у меня стрелять, если что. Ноль бутылок. У тебя магии надо нет? Надо бутылок пойти пособирать, погодь, да. Погодь, сейчас я тебе пришлю. Я тебе подкину на забивку. Волной тут сносит. Отсыпь на забивку бутылок. Не, я могу пособирать. Пятнашка баксов, спасибо. Чувачок, гони лапу пятачок. Если с бабками облом, даем в долг. Эй, Джангалав. Ой-е. Мы знаем, кто ты. Хорош. Киллоран. Мударан. Мударан. Баран. Баран. Кибаран. Кибербаран. Кибербаран. Кибербаран в киберпространстве. Эй, это мой фраг. А я помню, как ты у меня фраг. О, мне кажется, плохо. Я пойду отойду. Это от моего смеха? Да нет, она у меня тоже умирает, кстати. И у нее что-то она... А, все. Пришла от чувства. О, бляха, муха. Сейчас я... Киллоран!
На! Поговори с Лулином. Ооо, у меня две ачивки. Смотри, король умертвый сейчас падает. Пошел ты, сука. Изыди, мертвецы. Мамки, сука, иди своей, пожалуйся, мать твою. Вон, пошел, блядь. Ой. Горько видеть друга мертвым, а еще горше видеть его останки заскверненными. Что ж, по крайней мере, теперь он упокоился в мире. Но ты, как ты себя чувствуешь? А как надо? Да. Сперва черные всадники, теперь у мертвия. Человеку такое не по плечу. Эх, блядь. Но нет пока еще, есть жизнь, есть надежда. Спасибо вам за заботу, но не тревожьтесь обо мне. Ради павших надо жить дальше. Ты пережил чудовищное испытание. Быть может, тебе стоит отправиться с нами в Ривенделл. Либо мы могли бы отвезти тебя в Бровары, та вот уж совсем недалеко. Не-не, я чувствую, что как ко мне возвращаются силы. Скоро я снова приду в себя, и тогда я унесу тело Киллорана подальше от этих оскверненных могил. Пусть покоится вместе с братьями, павшими при Сарнгибире. Это подойдет. Награду? Какую тебе награду? Ты что, издеваешься? Не-не-не, нам самим надо. Да. Да, это достойное дело. Надеюсь, там его никто не потревожит. Прощай, Луин. Ничего не дал. До свидос, Луин. Награда — это тело твоего брата. Забирай. До свидос, попадалось. Вон там, смотри, ништяки какие-то лежат. О, призыв тут. Тра-та-та-та-та. Забирать, забирать. Ать, 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 ать. А то мы так сражались, что ничего не видели вокруг себя. А оказывается тут... Скажи, я тут много чего уже побрала. То я, значит, так сажался, что... Земли собирала. Выковыривала из корней самых, да ногтями. Как уже холодно. Пала. Так это реально, конечно, холодно, даже могильник. У меня дышит Зена-то. Это могильный холод. А? Это трупный холод. Трупный, да, холод. Может, мы в этом, как его, в морге? Нет, Мордор еще не здесь. Морги. А. Мордор. Морг. Мордор в морге. Мордор в морге. А Мордор и есть и в морге, что иногда бывает. Мавзолей. Тоже. Призыв! О, поищу, капюшончик какой-то у меня интересный. О, а вот это уже капюшон по-геральски. А вот это уже другая тема. Смотри, какой у меня капюшончик. Я зашла, я ничего не вижу. Сейчас попробую. Буду через 5 минут. Что тут у нас? 37. Перчатки Карабеллы какого-то дебила. Нет, пока оставлю свои с уроном. Ух ты. Щит, топоры. Щиты, топоры. Щиты, топоры. О, у меня кольцо. 135, 141. Без два воли надо брать. Так бери. Беру. И поношу. Беру этот щит. Ботильоны нет, не надо. Ботинки, конечно, у меня самые шикарные просто. Я уже устала уже менять штаны себе. Короче, меняем штаны. Что герой не делает? Переходим на тот следующий уровень и закругляемся уже туда на сегодня. Все, да? А, ну... То давай переходим. Да. Перейти. Продолжить. Тук-тук. О, Ривенделл, мы пришли в Ривенделл. Блин, самое интересное место. Смотри, да. Как светло. Ну, оно мирное, мы тут сражаться не будем. Точно? Тут разговоры будут. Тут Гендальф будет, по-моему. Блин, так хочется, может... Ну, ты устал. Ну да, уже чуть подустали, это сейчас будем уже пока... Может, так Гендальф любит. ...закругляться. Арагорный Элронд. Платье неплохое. Эрадан, рад видеть тебя живым и здоровым. Эладан и Эль-Рахир поведали нам, как ты показал себя в Форносте. Твоя отвага и стойкость делают честь твоему народу Дунедайн. Большая честь для меня принимает тебя в своем доме, и тебя, и твоих доблестных товарищей. Благодарю тебя за Форност. Если бы против нас вышел еще Ягандол, я бы точно сюда не добрался. И остальные тоже. Рад новой встрече, Арагорн. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня, но порой я исполняю твои поручения, не зная толком, каков его смысл. Думаю, пришло время объяснить нашим новым друзьям, во что они оказались. Гэндальф! Сразу нажимаю. Гэндальф! Гэндальф! Так значит, здесь и без нас, и без вас не обошлось. Истинно так. Кто хочет найти Гэндальфа, пусть ищет его в самом сердце опасностей. Там, где поднимает голову враг.
Кажется, картина начинает проясняться. Но, Миртранд, я бы хотела услышать более подробный рассказ. Вы более чем заслужили подробных объяснений. Вам что-нибудь говорят слова «погибель Исильдура»? Кольцо, кольцо! Да. Погибель Исильдура — одно из имен Кольца Всевластия. Именно так, Кольцо Всевласти. Оно уже единое кольцо. Главное из колец власти. Долгие века кольцо Саурона считалось потерянным. Пребывало в забвении, и вот оно, найдено вновь. Тот самый хоббит, которого спасал Арагорн, значит, Кольцо Всевласти у него? Что с ним стало? Теперь я вижу, как насколько мы были близки и к поражению. А что вы будете делать с кольцом теперь, когда оно уже найдено? Нет такого места в Средиземье, где можно было бы спокойно хранить кольцо. Хранить. Даже здесь, в Имладрисе, оно остается опасностью для каждого, кто к нему приближается. Единственное, что можно сделать с ним, это уничтожить. Уничтожить кольцо может единственное пламя, то самое, в котором оно было отковано. Это пламя Роковой горы, что высится в землях Мордора. Хоббит Фродо Бэггинс вызвался отнести его туда. Но важнее не отправить полурослика в Мордор одного без... Разумеется, не важнее. Его будут сопровождать Братство Кольца. Спутников у Фродо будет 9, в противовес 9 черным всадникам Саурона. В братство войдут представители всех свободных народов Средиземья, эльфов, гномов и людей. Мы с Арагорном тоже будем в их числе. В меньшинстве. И всадники нас нагнут. Чем мы остальные можем помочь вам в этом деле? Перед нами две разные угрозы — Назгулы и Агандалы. Нужно узнать все возможное об их планах и передвижении до того, как братство выступит в дорогу. Мы разошлем разведчиков, пусть осмотрят все земли вокруг Ривенделла. Ваша помощь была бы тоже пригодилась бы. Да, будет так. С чего мы начнем? Больше всего нас должен заботить о Гандалф. Хотя Назгулы враги опасны, их цели на севере совершенно ясны. А вот что там замышляет о Гандалф с тех пор, как ему удалось от вас ускользнуть, это для нас тайна за семью замками. Думаю, нам недолго осталось ждать нападения. Ненависть Саурона к эльфам велика. Он еще не забыл, какую роль мы сыграли в войне последнего союза. Если ему нужно войско, он может собрать его и в топях этинского какого-то там. Ай, мшаника. На этинский мшаник меня еще не заносило. Расскажите подробнее. Этинский мшаник — это заболоченное плато на одном из отрогов туманных гор к северу от Ривенделла. Земли труднопроходимые, живут там все большие тролли и великаны. Нихера. Не так далеко я сам побывал в тех краях. Тогда на этинском мшанике не было никаких следов Агандаура. Но и троллей мне что-то не попадалось. Это меня тревожит. Думаю, где-то среди болота они собирают большое войско. Если так, то лучше нам заранее узнать об опасностях. Мы как следует обыщем этинский мшаник и, надеюсь, найдем что-нибудь стоящее. Меньшего я от не ожидал. Больше после того, что слышал о вас от Арагорна и сыновей Элронда. Однако вы и без того проделали долгий и опасный путь, чтобы сразу же подвергать себя новым опасностям. Отдыхайте, набирайте сил, бухайте. Путь на этинский мшаник — это отнюдь нелегкая прогулка. Можете и косячок раскурить. Будьте желанным гостем в Имладрисе, отдыхайте здесь курите столько, много сколько и пить. Нужно. Ривенделл. Посвящение тайны у меня, ачивочка, это, видимо, о чем-то говорит. Мы пришли в охуенную просто локацию, шикарную, и давайте уже, как бы не хотелось нам, но осмотрим ее уже в следующий раз, в следующей серии. Пробежимся, поговорим со всеми, с кем только можно, и будем потом идти уже на... Перетрем любые темы. Да, а дальше нас ожидает тот самый этинский мшаник, где водятся тролли, вольновы и великаны. Блин, это самая интересная локация, так не хочется. Но надо. Ну ладно. Потому что уже языки заплетаются озвучивать. Итак, всем пока. Там была Геральт оф Риве. И был Йеннифер. Не курите много. Да, всем пока. Пока.